Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості – такі теми непокоюють українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі. Напередодні там побував співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко і розповів, за що у Новій Раді боротиметься його політсила. Ми потрапили сюди в феврале 2015 року, тільки закінчились обстріли. И люди жили в подвалах, дома были разрушены, не было ни газа, ни воды, ни света. И пришлось восстанавливать, вот, в частности, вот этот микрорайон был практически полностью разрушен, не было никаких коммуникаций. И мы подключили сюда все предприятия. Вопрос сегодня у них один, это поддержка переселенцев, которые потеряли дома, поддержка людей, которые не могут прожить на эту пенсию. Вот они говорят прямо, что говорят, стрельба идет практически каждый день. Нет никаких перемирий, нет никаких остановки стрельбы. Вот как практически каждый день слышат звуки и практически каждый день подвергаются обстрелу. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершение войны вот путем переговоров они полностью поддерживают.